Любовь дикая, нежная, неправильная. Но как любовь может быть неправильной? Тот же самый вопрос задавала себе 15-летняя Нола Келлерган, дочь пастора Дэвида Келлерган и матери Луизы Келлерган. Все началось в то далекое лето 1975 года, когда жители маленького городка мирно жарили барбекю у себя на заднем дворе, а полицейская машина размеренно патрулировала улочки этого городка. Но было ли все так до или после приезда великого писателя Гарри Квеберт? Жоэль Дикер, французский писатель, родом из Швейцарии, описывает жизнь типичного маленького городка. После прочтения данной книги все ваши представления о жителях провинции изменятся навсегда. Эта книга о любви, такой странной, но в то же время искренней, о дружбе единомышленников, о высших чувствах и низших желаниях. Дело Гарри Квеберта. Эта книга-загадка со множеством секретов внутри. Я рекомендую данную книгу для прочтения всех тех, кто любит детективы, и всех тех, кто любит получать острые ощущения.